Liebste Schwester, es heißt, der Kaiser habe den Kindern angesichts unseres ruhmreichen Sieges einen Tag schulfrei gegeben. Ich weiß, meine Neffen hätten lieber etwas zu essen. Wir sind hier auf verlassene Lager der Briten gestoßen, die von Vorräten überquellen. Wir essen unsere Kriegsbeute buchstäblich auf. Es gibt Brot, Eier und Bier. Sobald wir Amiens genommen haben, versuche ich, euch etwas zu schicken. Амьен жизненно важен для победы. Приказы Людендорфа просты. Нужно зачистить точку лабиринт в этих развалинах. Потом идем к мосту Пон-Нёв, берем его и зачищаем местность. Далее входим в город и атакуем противника на пляс Ланвиль. Захватим эту позицию, и Амьен наш! Welchem Sturmsoldaten? Munition für dich! Мы захватили цель Айс.
Мы потеряли цель Аист. Мы захватили цель Айс. Hier, ich hab ein bisschen Munition übrig. Hat jemand Munition bestellt? Мы теряем цель. Sturmsoldat in Sichtweite. Осталась половина наших войск. Мы захватили цель Аист. Мы потеряли цель Аист. Erste Hilfe, greif zu! Thank you.
Truman! Осталось 50 солдат. Мы потеряли цель Батлан. Sein feindlicher Sanitäter! Мы захватили цель Аист. Ich habe ein bisschen Munition übrig. Мы захватили сектор. Захватили сектор. Munition. Мы захватили цель Аист. Мы теряем цель Аист. Мы захватили цель Батлан. У нас осталось 50 солдат.
Hier, Munition. Aufpassen, Sturmsoldaten. Мы теряем цель Баклан. Проиграли, братья. Но мы соберем силы и отправимся в последний бой. Мы знаем, в наших руках судьба Отечества. Мы не можем проиграть. Нам в подмогу прибыл бронепоезд. Munition bestellt. Danke, Kumpel. Hier, folgt der Munition. Рядом с вами есть набор огнеметчика. Цель Баклан.
Munition für dich. Wir теряем цель Баклан. Munition hier. Munition, greif zu! Braucht jemand Munition? Mehr Munition. Рядом с вами есть набор огнеметчика. Осталась половина наших войск.
теряем цель, Баклан. Есть муницион. Набор огнеметчика. Есть муницион. Frische Munition! Braucht jemand Munition? Wir захватили цель Айс. Hier, Munition! Потеряли цель Аист. Настал черный день для немецкой армии и всей Германии. Героизм, доблесть, благородство. Все уничтожили голод и усталость. В первые две недели Кайзершлахта немецкая армия потеряла 250 тысяч убитыми, включая элитных штурмовиков. Столь нужной ей победы Германия не достигла. Союзники тоже потеряли тысячи бойцов и полагались на помощь Соединенных Штатов в последнем сражении.